Всем привет! Сегодня приготовим чудесный и вкусный деликатес с обычных куриных сердечек. Для этого нам понадобятся, естественно, сердечки. Здесь 800 грамм. Вот такие вот. Ни в коем случае не покупайте замороженные. Берите свежие. Отрезаем с них верхушку. Там плева, всякие сосуды. Это выкидываем. Оставляем чисто сердечки. Включаем средний газ. Немного масла. И высыпаем сюда сердечки. Перемешиваем. Вот смотрите, когда сердечки побелели, видите, отличаются цветом. Когда они все побелели, это буквально прошло 3 минуты от силы. Мы добавляем 3 столовые ложки соевого соуса и пол чайной ложки приправы для курицы. Перемешиваем все это дело. Делаем меньший огонь, накрываем крышкой и тушим 15 минут. Тем временем нарезаем лук и морковку. Нам понадобится одна луковица. Режем ее пополам, пополам и вот так, как полукольцами. Морковку натираем на маленькую терку. Вообще я морковку советую использовать во многих блюдах. Это и полезно, и красиво. И вкусно. Вот столько морковки вышло. Прошло 15 минут. Открываем. Вот такая у нас красота. Попробовали на соль, так как мы лили соевый соус. Он всегда бывает по-разному соленый. Бульончик очень вкусный. Мы сюда не доливали ничего, ни воды, кроме соевого соуса, 3 ложки. Вот это вот сок дали сердечки. Я попробовал, соли чуть маловато. Добавляю 1/2 чайной ложки соли. Добавили чуть-чуть газа. И высыпаем сюда наш лук. И морковку. Перемешиваем. Перемешали, накрыли крышкой, сделали поменьше огонь и минут 10 тушим. И будет готово. Для декора взяли пару веточек петрухи и 1 веточку зеленухи, укропчика. Мелко почекрыжили. Прошло 10 минут. Открываем крышечку. Все, вкуснятина готова. Выключаем газ и даем ему пару минут настояться. Подписываемся на канал, ставим лайки. А если у вас был бы гарнир, вы прямо на сверху на гарнир ложите, поливаете соком. Обязательно соком. Сверху присыпали зеленью. Всем приятного аппетита. Будьте здоровы. Всем пока. Подписывайся на канал, будет много вкусненького.